Привет, друзья. Вот такие вот у нас джунглин пошли. Это сорт высокорослый, сорт помидор «Московская звезда». Честно вам скажу, это неудобно на гидропонических системах. Вот, скажем так, вот мое мнение, это не очень практично. Это подвязки надо, вязать что-то. Вот маленький снегирек, но он обломался, потому что оборвалась веревка. Помидора, куст упал на этот маленький кустик, поломал. Короче, все, нема. Помидорок очень много, но куст поломанный. В общем, друзья, что вы выращиваете, какие сорта высокорослые, низкорослые, пишите в комментариях, очень будем рады. Ну а так как теперь, как всегда, ставим лайчики, пальчики, подписываемся на канал, ссылочка будет внизу. Всем хорошего урожая!